Сад просыпается от зимы. Снег стаял. Открыла все укрытия. Вот здесь вот у меня осенью был посажен пион желтый, борзела. Вот там одна почечка есть. Вот живая. Так что ждем, как он будет дальше развиваться. Розы были посажены с осени, несколько сортов. Вот тоже видно, что зеленый стебелек есть. Значит, она перезимовала хорошо. Здесь вот тоже зеленая, тоненькая такая. Название не помню, где-то записаны. Садила сразу штук 5, наверное. Вот это тоже. Зеленый. Вот это запомнила. С весны садила. Елизавета. Зеленая, вообще отлично. О, красота, цветет пышно так. Розовые, махровые, небольшие, но они долго не цветут. Груша, толгарка, все почечки. А вот здесь виноград был посажен. Вот он. Ой, не знаю, что тут с него останется. Немножко он заплеснел. Это надо его обрабатывать. Или медным, или железом купоросом. А тут еще и мыши у него поселились. Вот домик был. Гнездо мышиное. Вот они тут укрывной весь пообрывали. Ну, надо обрабатывать его. И все хорошо будет. Сливы. Сливы, надо смотреть, что тут у них. Ох, непорядок тут, непорядок. Это даже надо вот сейчас вот замазать срочно все известью с медным купоросом. Все сейчас замазывать буду. Вот еще розы. Это Глория Гей. Но она вообще хорошо зелененькая. Веточки даже длинные, зеленые. Не все, конечно,
я их потом вырежу. Грязно еще пока ходить. Вот виноград. Не заплел. Нормально все. Пока пусть так лежит, потому что земля еще мерзлая. Вот здесь немножко запрело, но потом обработать надо будет. И все будет отлично.